Ярославль вошел в список городов, где меньше всего жители болеют гриппом и ОРВИ. Такие данные представило Министерство здравоохранения. В список попали почти 60 городов. Меньше всего гриппом болеют в Кирове, Улан-Удэ, Хабаровске и Ярославле. Однако эксперты констатировали, что следует ждать дальнейшего распространения эпидемии. А вот ощутимее остальных эпидпорог превышен в Воронеже, Брянске, Владимире, Туле, Белгороде, Курске, Липецке и Рязани.